Thanks. Готов ли я вообще? Серег, дару. А у тебя руль есть? Блин, если руль у тебя есть, Серег, мне кажется, надо тебе ее затестить по-любому. Андрюха, привет. Жалко, что она весит сотку. Она на Xbox 100 гигов весит. Не знаю, сколько она на ПК. Хотя, дай-ка я посмотрю, сколько она на ПК весит. Viva la Game Pass. 118-119 гигов она весит на ПК. Но, с другой стороны, у тебя, Серег, сейчас SSD-шник офигенный есть. Даже два. Кир паривет. Что у вас нового? Да, посмотрим. Быстродействие 60 кадров в секунду на трассе. Не, ну 60 кадров берем. Рафис, привет. Гонки я не играю, но это Forza, она сегодня только вышла. Это эксклюзив Xbox, и я посчитал, что надо посмотреть, как она на моей консоли будет работать, ради теста хотя бы даже. Сегодня в Вальхейме. Затянуло, значит, да, тебя, Кира? Опасная трясина Вальхейма. Помощь слабовидящим. Но скоро я буду, чувствуется. Надо очки мне менять. Текстовые средства общения. Нет. Вот активную помощь в вождении оставим, потому что я нубиан. Скоро футбол. Кстати, про футбол. Сейчас я покажу, в какой футбол я буду играть. Сейчас 5 сек. Подожди, не уходи. Сейчас, 2 секунды. United by passion. Driven by competition. We bond over every challenge. Вот футбол, какой у меня есть. На Nintendo анимешный. Вот его, может быть, как-нибудь поиграю. Welcome to a new era of motorsport. Welcome to Forza. Если тебе больше скажу, это не просто аркадная гонка, это же симулятор. Ух ты ж, ёжик. А Андрей чё, Андрей на учёбу? У него прям всё жёстко с учёбой. Так, сколько людей в расте? Андрюх, чё такое? Чем можем, поможем. Дароу Джонтон. В город на учебу. Да, это такое. Мейпл Вэлли. Ой, а что, наш геймпад взять, наверное? Мейпл Вэлли is the perfect track to put the new Corvette E-Ranger its paces. It's not a race. You won't be alone out there. Руслан, привет. Ну да, так гоняют. Сейчас, и все уже, вот сейчас начинается игра. The race line is your optimal path on track. When it's blue, be on the gas. When it's red, hit those brakes. Вот все, вот наш геймплей, нормально играем. Before the turn, coast through it, then accelerate as you exit.
Выглядит она замечательно. Вот, кстати, это для стрима не самая лучшая игра, потому что я от дороги отвлечься не могу. И сообщения буду долго читать, скорее всего. Простите заранее. Андрей, проверяй, пожалуйста, у себя. Ты же видишь, что пишет человек. Я прям... Ты мое сердце просто рвешь, понимаешь? Ты берешь и топчешь его, вот когда так пишешь. Господи Иисусе. Я скоро начну тебе... Как судопереводчики уже объяснять. Все в норме. Как-то вот я не сомневался почему-то. Да я в курсе, Серег, он вообще жесткий. О, Джонатан, приятного. Что за пицца была, расскажи. Мне прям интересно, я статистику собираю. О, Даша, привет. Вот Даша любит гавайскую пиццу, это мы знаем. А ты, Джонатан, какую? Я лично люблю 4 сыра. Сейчас сменим камеру. Посмотрим вообще на тачку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как красиво-то. Че так красиво, а? Мага. Даша, че, как делишки? Вообще, человек, который не умеет водить, но серьезно. Хотите осуждать, хотите нет. Эстетическое удовольствие получаю от этой игры. А что такое? А что у меня с тачкой? Подожди-ка. О, то есть мы в Halo можем теперь поиграть, Даша? Новости прекрасные. А, у меня для вас плохие новости. Особенно для Матвея. В субботу Стримчанского не будет. Ну, либо очень поздно. Потому что у меня допоздна съемка будет. Поэтому... Никакого Спайро! Шарики не дали. Спайра не подрубили. Как бы GTA, да, вышел, машину помыл свою. Блин, ну я какой-то девятый.
Игра вообще не жалеет меня нифига. Она не говорит, но он нуб. Давай мы просто дадим первое место. Потому что семерка так делала. Никакого праздника вообще. Давай не будем о грустном, да. Добро пожаловать в Forza. А, все, вот в КС-очку. Серег, это вообще идеально. А вы как, кстати, вот вы сконнектились тогда на КС-ке? From open practice runs to thrilling wheel-to-wheel races. That's just a small sample of what's ahead. Ох, ребят, хорошо, что вы еще и в Halo поиграли. Какая прелесть. У меня аж отлегло прям. Все хорошо. То неделя рабочая, это очень-очень-очень насыщенная. Что-то драйватара настроить надо. Если бы я был рядом, показал бы, как играть в гонки. И в ДБД еще. Джонтон, оформи геймпасс. Оформи геймпасс, дешевле выйдет тебе. Дружище, на год. Может, тебе вообще не понравится. Зайди на плати маркет, введи геймпасс. Ты тысячи за 3,5 его сможешь оформить, рублей. Я не знаю, в тенге если перевести, сколько будет. Но это, ну, очень недорого. А, самоспрыг. Это крутая тема. Там же еще есть... По-моему, у Леона, что ли, самоподъем. Я не помню точно, у кого. Ну, кстати, вот у Ника Кейджа вот этот скилл, это вообще имба. Когда он сам себя коцает, падает, и потом поднимается фуловый. Это вообще, если тебя маньяк не спалил, где ты упал, он же не видит, когда ты кровью истекаешь, тебе, ему тяжелее тебя найти. Если, конечно, какой-нибудь рандомный тиммейт тебя не начнет поднимать. А, у дедулечки это, да-да, ну, у деда, да, такие скиллы хардкорные достаточно. Всегда фордец какой-нибудь есть, да? Субару? А, нет, а, да, вот, мустанг есть. Субарик есть и Хонда. Я хочу Субару, наверное. Да? Вы по какую тачку? А завтра я снимаю на работе в студии. У нас там с животными съемка, с собаками. Предметная съемка. Модельная съемка. Послезавтра у нас тоже там работы много. А в пятницу я снимаю свадьбу эту мусульманскую, национальную. Ну, там пара часов. Плюс-минус. А в субботу? В субботу там какой-то крутой банкет. Мустанг, думаешь? Давай мустанг возьмем. Я не люблю вот эти новые мустанги. Вот старые маслкары, они прям собаченькие будут, да. Я, правда, не знаю, какая порода. Ну вот это вот нифига не American Icon, это шляпа какая-то, имха. Мустанг я принимаю только вот классический, такой старый. Я когда в городе даже их вижу, ну, у меня ничего не колышется внутри. Прикормлю. Чем... Ну, давай вот так вот хотя бы сделаем.
Давайте, я ж не профи, чтобы играть тут кататься, как Давидыч. Котики, Диана. Не, ну они столько не отдают любви котишке, согласен. Но когда отдают, они прям... Видите, два глазика вот этих шерстяных. Practice is your time to learn the track layout and how your car handles. I've set a target lap time for you. If you struggle to achieve the lap time, consider changing the difficulty settings before the race. Давай. So let's get after it. Тренировочная гонка, поехали. Джонатан, как тебе вообще? Форза. Опачки, Гриша, как сам. Беру. Мы тут форзой балуемся. Тренировка – свободный заезд перед началом гонки, во время которого вы знакомитесь с треком, поднимаете уровень автомобиля с помощью очков опыта машины. Во время тренировки вы получаете столько же кредитов и опыта, как и во время гонки, поэтому тренировки полезны для вас и для машины. Хорош. Хорош, Гриша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, перемотка отключена здесь. А можно заново, нет? Перезапустить. Что-то я... на блок сел. Да не знаю, нормально выглядит. Че все говорят, что она выглядит как-то шляпно на Series S? Ну, вполне адекватно. Если поставить режим графони, скорее всего там 30 кадров будет, да, но вообще пофигу мне. Мы будем играть с видом изнутри. Мне так больше нравится. Руслан водила. А, солнце в глаза, солнце в глаза. Перегазовочки, что такое перегазовочки? Ну, Серег, я вынужден сказать, что она реально приятно играется. Я не знаю, как вот вообще в симуляторах, но очень чилово, очень кайфово. Ну, вот здесь я тупанул. We hit our target time with that last lap. Keep it up. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, простите, ребят, в чат пока не посмотреть мне. Уж больно она много требует к себе внимания. Мне интересно, что по погодным условиям будет здесь. Смотрел Форд против Феррари. Я должен как-то вроде хоть что-то сделать.
давай, давай, давай. Что-то получилось вроде. Dark Fox, здорово. Рожа чешется. Ай, блин. Так. Голь, у тебя был. Кино. А кино, знаешь, какое должно было выйти? Этот, Гран-туризм вышло. Ну, в кинотеатрах вроде. Так. Что значит в Расте? Я не понимаю про этот, про Раст вообще ничего. Расскажи. Ты про что, Даш? Про этот? Про Гран-туризма? Сань, пока не пойму, как игра ощущается очень приятно. Прям супер комфортно она ощущается. Я от Гран-туризма какой-то там спорт, что ли, такого не испытывал, например. Но я прикол в том, что я вообще не водитель. И вот именно, наверное, как для нуба очень комфортно. С точки зрения водителя я не могу тебе ответить. Мустанг едет, посторонись. Феррари, все, понял. Я уже этот, потерял просто нить. Форд Феррари, вообще кайф. Такой там акцент у этого, у Бейла. Офигенно, он киноблок сыграл. Все, ребят, отвечу, сколько у меня там кругов-то еще осталось. Я пока всех. А, все, завершить тренировку. Блин, что мне говорить, что могу завершить тренировку? Кира, Споки, Ноки, спасибо тебе большое за компанию. Когда-нибудь Руслан начнет запускать стримы раньше. Но, как Арагорн говорил, но не сегодня. GT500, да, Саня. Че за видео заливаешь? Саш, про че? Ты в резик вроде хотел играть, да, какой-то? It's a stacked field today for this first event. Ну-ка, давай. Time to size up the competition before race start. Опачки, кого я вижу здесь? На GR Supra, на Toyota 2020 года. Че, посмотрим. Дмитрий катался здесь у нас. Let's play channel. Вот этот, да? Хорош. Не, ну нам дали покататься на Макларене в самом начале, да, Сань?
звук автомобиля, когда из кабины играешь. Бугатти Широн, это понятно, это машина, это... Я не знаю, это какой-то космический корабль, слэш-музейный экспонат. Мне больше, наоборот, нравятся такие более приземленные, грязные маслкары с виду. Потому что я не понимаю, чем они круче вот, технически. Но с виду я прям их очень люблю. Сейчас я отвечу, тут что-то прям жестко, вообще не могу даже глаз оторвать от этой игры. Ну когда... Ха-ха-ха, ребята, кто не знает, у Озика там видос про Элден вышел. И он прекрасен. У меня там флешбеки пошли со всех стримов, что я видел. Давай, ну пожалуйста, можно я тебя обгоню? Заехал как-то. One more lap. С двух ног, считай, сразу ворвался, Саша. Можно я тебя, пожалуйста, обгоню, а ради бога, друг мой? Тойота, это вот Димон, походу, да, его драйватар, скорее всего. Или что это за машина? Руслан и его зрение. Ну-ка, посторонись. Делали нуба на уровне новичок. На уровне новичок я прям сам Айртон Сена. Это было красиво. Форза, да. Вообще чил, Саш, просто чил, максимальный. Ты едешь, ни о чем не думаешь. Ну, ну красота. Мне тоже, Даша. Я вообще никакой водитель, вообще. Мне Fox дизлайк сейчас влепит за это, но
Дима, блин, ну ты не должен был это видеть. Нет, не самый легкий, я чуть-чуть толкнул ползунок. Чуть-чуть, чтобы не совсем быть конченным. Я видел твоего драйватара, кстати. Ты на Тойоте катался, да? Принять все, давай, принять. Продолжить. Погнали, продолжить. Дим, как тебе игра? Мне пока вообще понравилось. Модернизировать автомобиль. А ни одного нарушения? Да что ты из разряда сказки как-то, Саш. Я тоже счастливый пассажир общественного транспорта. Вот. Иногда, когда ты едешь в трамвае, мимо пробок, очень хорошо. А, руль бы, да. Using your CP gets you the best performance upgrades to install. Try to experiment with different parts. If a part doesn't get you the results you were looking for, remove it. Then use the refunded CP for something else. Окей, давай попробуем. Cars are the same. Each car has its own unique set of parts. As you level up the car, new categories of parts will unlock. А подожди, в седьмой Форзе же, по-моему, такого не было, да? Installing parts will change the car's performance, and the PI number will be recalculated to reflect that change. A car's PI is determined by its level of performance. Mm-hmm. The faster the car, the higher the PI number. Car class corresponds to a specified PI range. Each event will have a car class and PI limit that we will need to stay under in order to compete. As we build, be sure to keep an eye on the balance between power and handling. Overinvesting in any one area can hurt our competitiveness. Ну, управляемость решает, мне кажется, ускорение и управляемость. Quick upgrade will install parts for you and build a car with a balanced performance. Давайте-ка Quick install попробуем, а, пожалуйста. This is a summary of how your car's performance will change when we install parts. Давай, давай, пожалуйста, 582 нас устраивает. Now that we have some new parts installed, let's head out for our next. У водителя, у кого-нибудь, кто шарит, сердце обольется кровью, но вот, ну, для Series S графон вообще зачетный, согласен. Let's head to Mugello. Она, ну, я не знаю, в гонке, в гоночной игре вообще, по-моему, непонятно, как сделать графон такой зачетный, вот-вот. Я просто не понимаю, как это будет выглядеть. Она просто очень приятно смотрится. Вот все, что могу сказать. Как бы даже не понятно, потому что седьмая часть с этого, с Хуана еще, она тоже классно смотрится. Как на химии, да-да-да. Вот, кстати, мне тоже, я Гран-туризмо вообще не понял, не смог я в нее играть, а вот Форзу, она мне не кажется такой слишком хардкорной. Окей, нет-нет, у меня помощь есть. И Sony... Мы знаем. А чё, вот у меня, вот, Sony Boy тоже сидит здесь, вон у меня, и вон он. Видите? Постоянно садящийся геймпад, блин, бесючий. Видели, кстати, Соньку-то новую? Слимку. Офигеть. Хотя бы цвет поменяли бы, что ли. As you practice, you will pass through select track segments. Стип, она вообще тоже красивая. Очень красивая. Key segments, and when you improve your time, you'll receive a car progression bonus. Это единственная игра, в которой мне нравится, ну, гоночная, в которой нравится из кабины играть. Вот, я не знаю, была ли эта тема с тюнингом раньше, но сейчас, по ощущениям, вот, уже мне это нравится. То, что как-то себя можно... Точнее, можно начать любить свой автомобиль здесь. А не то, что купил новый, получше, и забил Мустанг на свой.
that we can use to gauge your overall lap performance. Experiment with where to get on the brakes, when to accelerate, and find your perfect racing line to shave precious seconds off your lap time. Ай-яй-яй-яй-яй, Русланчи, криворучка. Да, Дим, попробую, она дико приятная. Она такая умиротворяющая, я немного в нее играл, но пока играл, она такая. Зашел, отдохнул, поломался на лыжах и дальше пошел дела делать. А, Riders Republic даже, интересно. Я, кстати, пробовал Skate 3 играть. С 360-го Xbox'а игра до сих пор выглядит впечатляюще. Ну, если брать в динамике, смотреть. Не только на графику, а вот... В общем... Если что-то пропустил, прочитаю, ладно? Тут прям не оторваться. Даже на моем уровне сложности. Ну как, у кого есть Game Pass, у кого есть 100 с лишним гигов свободного места, я рекомендую попробовать. Даже если вы не любите автосимуляторы. Нет, что так плохо-то? Great work and practice. Time to race. Ooh, shit. На Nissan GTR. Ну, посмотрим, а вдруг там что-то поинтереснее будет. Посмотрим, посмотрим. $132 на XC. Да. А на этом сколько? Сейчас. А, он сейчас не покажет игровую карту. А, подожди-ка. Как игровую карточку открыть? 97 гигов. Сейчас я прочту, ладно? Прости, пожалуйста, тут не на жизнь, а на смерть идет гонка.
все хорошо, Влад, как сам, как здоровье, все у тебя? Сетки есть, что сыграем. Ой. Ой, простите, я перемотаю, что-то слишком хорошо я ехал. Отличная бейсбол. Да, какая-то классика. Круг, надо его сделать. Ну, кадиллаки, что ли? Что это за кадиллаками или как? Вроде да. Сланчик, мистер Лоб. Короче, никогда бы не подумал, что круговые гонки будут интересными для меня. Серьезно. Nice work out there. We finished P1. Ой. Lies of P. Может, она оптимизирована даже, Lies of P, так себе. В теории это 1060, она же у тебя 6-гиговая, да? Должна. А с Halo все получилось, да? Halo нормально идет, без тормозов. Вы уж простите, ребят, ну вот такая игра. А, не получается своевременно читать чат. Не, здесь 66 гиговая и 3 есть.
скорее всего, 6. Если я не ошибаюсь, 6 и 3 вроде. Кубок конструкторов для начинающих. Блинский. Ну, Хайлана, кстати, очень требовательная стала. Давай-ка. Ну, у тебя, да, у тебя карта будет здоров. Let's Play Channel. Давай, дружись. Да, надо подписаться на тебя, Let's Play Channel. Looks like the car is ready. So let's head to Kyalami. Угу. Вообще непонятно. Вот ей-богу. Я тоже этим вопросом задавался, Даш. Нормальную игру, кстати, слышно. Не тихо, ничего. Чего? Ну, вот же ж. А, вот, продолжит, простите. Куплю. Карту за... А ты какую взяла карту захвата, Даш? Ты Live Gamer Portable Plus 2 вот эту, которую? Угу. Такая вот, которая призма или как-то что-то там. Кайф. Прикол в том, что ты можешь захватывать с PlayStation, просто сидя перед телеком, записывать на флешку microSD, купить, просто на нее писать, а потом, ну, на ноут перекачать. Avermedia Live Gamer Portable Plus 2. Сейчас прочту, ребятки. Кому не ответил, не переживайся. Что-то тут потная трасса какая-то. Нос чешется, игра! Нет, не Live Gamer, Avermedia Portable, что-то там Portable Plus 2. А, да, кстати, интересно, ну знаешь, вот эти все современные харды на 3.2, на 3.1, скорее всего, хавает она. Мне хочется думать. Подожди. А если... Да, Даш, что я туплю сейчас? Если у тебя карта захвата уже есть, Live Gamer Portable Plus 2, то технически тебе зачем покупать хард? Если ты будешь писать, сможешь писать это, попробовать все на этот... На карту захвата. Я просто не знаю, с пятой плойки ты записываешь в 4К, ой, в 2К, и будешь ли ты заливать в 2К? Она там сохранена в 2К или Full HD?
А на карте захвата, вот на этой LifeGamer Portable Plus 2, у нее есть слот для SD-карты. Ты на нее сразу, технически, ты на нее вроде можешь писать. Ну, я ж не ошибаюсь. Вот. Ты можешь без участия компа писать именно на флешку. Это вот для таких случаев, когда у тебя PlayStation где-то там к телеку подключена, на microSD-шку записала и потом скинула. Блин. Я ж не путаю ничего. И надо посмотреть, я не знаю, как записывает лойка пятая. Если она записывает лучше, например, она пишет в 2К и с хорошим битрейтом, тогда да. Но если она пишет Full HD, то смысла, наверное, нет. Ну, жесткий диск, да, жесткий диск, он всегда нужен, если есть... Просто если выбирать, вот, если прям все в притирочку, и не на все есть деньги, и тогда я бы думал... Но карте захвата тоже нужна microSD-шка при этом. Хотя, наверное, Даша, все равно жесткий диск будет необходим, чтобы тебе просто записи держать на нем. Да-да-да-да-да, от этого никуда не денешься. Сейчас я вот думаю. Ой, серьезно? Это прикольно. Прикольно, Даша. Помощь вождения, кстати. Давайте-ка попробуем, отключим ее. Вот оптимальная помощь поставим. А, Даш, посмотри, ладно, этот... на терабайт там вполне возможно, что... не слишком большая разница в цене будет на 2 терабайта. Если там небольшая разница будет, есть очень большой смысл переплатить. Вот. Потому что консультант может там протупить, не сказать об этом и так далее. Уже теоретически 1 терабайт внешних дисков, они немножечко отходят на второй план. Это мне сейчас легко говорить. Это ж себе все выбирай завтра. Да. Что-то вот он тут вообще затупил. Сейчас переключили. Суперактивной помощи приятнее играть, спору нет.
Матвей, привет. Чё, как делишки? А, ещё третий круг, да, полностью. Блинский. Матвей, я тебя расстрою, ладно, пока... Сразу думаю, это лучше как пластырь оторвать. В субботу не будет стрима, я работаю вечером. Ну, либо очень поздно. Я понимаю, такое лучше в письменном виде говорить, сообщать, но... Чё ты зол? Чё такое, Матвей? Чё случилось? Не на меня ли? За то, что стрима не было в субботу. Вот, блин, не надо было мне так сразу говорить, наверное. Ой-ой-ой, какой удар был нехороший, а? Прости, пожалуйста. Вот. Да, вот. Сергей, save the day. Нет, почему, ребят, хорошая карта, я смотрел вот эти, классная карта. А чё у них? Nice work out there in practice. The race is next. Oh my god. Ночью будет гонка. Вот это поворот, я вам скажу. Так, сейчас. Before each race, you can adjust your starting position. If you cross the finish line in first, second or third position, you will receive a podium bonus. The size of the podium bonus depends on your starting position and difficulty settings. The more you challenge yourself, the bigger the podium bonus could be. Да, я ж не включил микрофон. Я говорю, Матвей, забей вообще. Это такой трэш, я представляю. Ну, нет, то, что треки записывать-то бог с ним. Творчество как-никак, но... Курит под музыку в седьмом классе. Такое мы не одобряем. Чё по сложности? Ну, такая плюшевая сложность, я никого не обманываю. А, ну вот. Давайте-ка мы вот начнем с 12-го. Не, давай с 13-го, с чертовой дюжины. Даша, я забыл тебе скинуть. Я про Бальдуру видел ролик, опенинг в стиле друзей. Ну, блин, бывает предвзятые отношения, не парься. Thank you.
Don't worry. Да, Даша сказала. Даша сказала, мы ж тогда... не запустилась Хейла тогда. И в 3 часа ночи уже не было сил что-то думать. Но вот я сейчас очень рад был услышать, что все заработало. И мы что? Мы теперь можем втроем играть в Хейла. Изи. Пастора бы еще туда затянусь. Или еще кого-нибудь. Так, я тут протупил. Я протупил дико. О, челики вообще там в наглую играют. Давайте все вместе уж, что тогда? Даша Стронг. Даша Фиксик. Прямо так дальше. И, пожалуй. Давайте, ребят, сожрите друг друга, а я проеду. Ой, блин, зачем я при нем перемотал, а? Он же сейчас будет... Вспоминать будет мне все время теперь это. О, господи. Смотрите, какое отражение классное в лобовом. Как мне нравится это. Это и в предыдущей части, конечно, было, но... Ничего. А еще к концу гонки у меня рассвет может... приключиться. Или как правильно говорится, задастся рассвет. Большое. Блин, да это я не потому, что я просто задумался и отвлекся от трассы. Матвей, это не считается. Вот сейчас игра мне предлагает перемотать, но я не буду. Прости, друг. Зайдет солнце. Если Руслан нормально нарулит к финишу. Чувак на Кадиллаке. Нервы мне треплют.
Да хорош, ну... Матвей, у него вообще, кстати, работы. Пипец крутые. Серьезно говорю, без сарказма, вообще ни капли иронии. Вот. Last lap. Просто я прекрасно знаю, какие усилия нужны, чтобы что-то сделать в фотошопе, в каком-нибудь After Effects и так далее и тому подобное, это дорого стоит. It's a trap. Надо будет как-то увековечить адмирала Акбара с этим. It's a trap. Устал уже на газ жать, если честно. Но это очень круто. Да, и под конец, под самый Руслан все испортил. Это мы умеем. Чего ты меня сделал? За чего? Чего сделал, Андрей? Не понял. Не, я же говорю, я этот отвлекаюсь сильно на игру. Здесь тяжело смотреть на трассу и сообщения читать. Андрей, прости, пожалуйста. Если ты соберешь комп, то все игры, которые я играю, ты скачаешь. Ну, что, прекрасно. Поиграем. Так. А чё недоумеваешь о химии? Не думаешь. На 666 или на 333? It's a trap. Я же рассказывал, да, что у меня в школе вообще химии не было в 10 и 11 классе, потому что преподавателя не было по химии. Я без шуток вообще серьезно говорю, я не знаю, что такое органические химии. Ну, я разве в этом виноват? У нас просто не было преподавателя в школе. Надо спать. Матвей, если что, спатеньки. Пойдешь, споки-моки, сразу, заранее. Я тоже сегодня долго не буду, завтра тяжелейший день. На работе.
Надо выспаться. Через полчасика уже спать ложиться. Так. Congrats. We just earned our first Builder's Cup trophy. Not a bad way to start our collection. Принять все, давай. Давай, Матвей. Спасибо за компанию. Спокойной ночи. Each a unique challenge to outbuild and outrace your competition. As you complete tours, you will unlock unique rewards. Ну вот у нас check back regularly, as new tours with new rewards are released on a regular basis. Тяжело было прям вообще с кадрами. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Паршешечка. Офигеть. Тут туры какие-то крутые. Что там, Андрей, что с Растом? Ты нам расскажи, что у тебя с игрой. Потому что я вот не понимаю, чему ты радуешься. Оу, май. Тактическая эффективность. Следующее событие — Лагуна Сека. Тур для энтузиастов. А, закрыт. Все, отлично. Давай. Погнали. Я не знаю, чему радоваться в Расте. Я вообще игру эту не могу терпеть. Она меня так раздражает. Кстати. Там в Стиме фестиваль демо-версий. Надо будет... видосик нарезать, там прикольные есть вещи. Ну нет, Андрей, вот это так не работает. Видишь, ты говоришь, о, раз загрузился. Я говорю, в чем суть игры, ты сформулируй. А ты говоришь, вы не поймете. Блин. А потом ты обижаешься, что я не отвечаю на твои сообщения. Вот я тоже сейчас обижусь, что ты не отвечаешь на мои сообщения. Это я все равно, что с Иисусом поговорил сейчас. Так. Что у нас есть? Ford Focus, Hyundai Veloster. О, Veloster. Кстати, RF заходил, у него Veloster. Renault Megane, Subaru Impreza, Vauxhall Astra, Golf. Golf хороший. Я Руслан. О, Русланчик Обижулькин. Да не, мне просто интересно, что там в этом Расте. Он заинтриговал какими-то цифрами и ушел в закат. Блин, Volkswagen хочется взять так-то. Ну, Audi RST. Я не люблю Audi. Фордец хороший. Да. Гольф мне нравится. Ну, вот это я и хотел узнать, что это очередь была, чтобы на сервер зайти. Не, давайте фирменные цвета пусть будут. Все поздно, Саня, я не прочитал, видишь, блин, вот я опять не читаю сообщения. Давай посмотрим быстродействие. Куда ты его закрыл, Джонатан?
Даша. Ой, блин, это прикол. Кстати, по поводу этого. Блин. По поводу музыки на стриме. Мне, короче, висит видос вот этот с нашим ДБД. Знаешь, из-за каких треков? Из-за Принца и Боба Дилана. И это вообще не проблема, что там АП прилетают. Ютуб удаляет вечность эти треки. Это жесть вообще невозможно. Вот у меня второй день просто нет видео, потому что Ютуб удаляет эту запись. Это бред собачий. Это получается вот так, ты сперва на бок надо, потом поднимаешься. Кстати, ты слушала, Даша, Let's Dance у Принца? Это вот любимая песня его у меня. В твою частную тюрьму. Ох уж эти ваши шуточки, мистер Айронс. Офигеть, а чё так? Чё так жёстко-то всё? Она вообще хорошая. Трек прям кайфовый. Да-да, это тот самый Принц, который под конец своей карьеры просто назывался, или жизни даже, значком. Я тоже на Мьюз ставил. Я думал, Мьюз будет. Вот. Я говорю, вот мне как бы пофиг, они вообще ни на что не влияют, но факт того, что я жду удаления трека, уже два дня ждал, как пока один трек удалят, и вот не знаю, сколько мне надо будет ждать, я другим способом поставил его удаление. Это вообще, YouTube, конечно... навалил. Да, это время вообще занимает дико. Вот я думаю, я не знаю, на Твиче просто, что ли, без Ютуба. Ну, без Ютуба не то. У нас не так много на Твиче, не интересно будет. Не, ну все, я что-то вообще поплыл. Короче. Это пофиг на стримы, в этом ты прикол, Сань. Twitch, он для этого и есть, чтобы стримить, не сохранять. А зачем это нужно? Вообще пофигу, как бы. Можно на Ютубе сохранять спокойно и все. Twitch, он не для этого. На Твиче там вот как раз из-за того, что у тебя стримы не сохраняются. Точнее, они сохраняются, но потом удаляются через какое-то время. Как раз из-за этого у тебя и не прилетают авторские права, по большей части. Ты же в курсе, Сань, что у Твича при 6000 битрейта изображение лучше, чем на Ютубе при 15? У них за счет того, что не хранится на серваках всякое, я не знаю, как они, может, из-за этого... И
Знаешь, представь, какие у Гугла сервера должны быть с ютубчиком. Сумасшедшие просто. Дим, привет, я сейчас прочту, ладно? У меня тут что-то потнич. Надо как следует проехать. У меня такой еще вопрос. Может, пару каток в Хейла под конец? Даша, вы как, не готовы присоединиться к... к моей команде мастер-чифовской? Просто, если честно, у меня палец уже устал. Игра прекрасная, но вот полтора часа. Здорово, здорово. Андрей. Xbox на Твиче, как сам. Тестим вот тут форзочку. Если вдруг что, если ты еще и на ютубчике, зареган, у нас общение вот на ютубе идет. Ну, если тебе покажется, что на Твиче ничего не происходит. Рус. В смысле, Рус, я ку-ку. Андрей, ты что? А чё у тебя ник? Не этот. Ну откуда я знаю, что это ты? А? Во-первых. Блин, а мне чтобы... А, надо просто завершить, давайте сейчас. Вот после этой практики не буду, я даже не буду гонку начинать, Даш, потому что это надолго. Я прям пару-тройку каток, я не знаю, я... Ну, на полчасика в Хейла, если ты не против. Я к тому, что я сейчас вот еду на трассу, смотрю. Даже в чате пообщаться у меня нет возможности. В принципе, мы поняли, что Forza офигенная. Если есть Game Pass, грешно ее не поиграть. Что тут еще говорить? Все. Тогда. Завершили. Так, Дима, привет. Все, я могу поздороваться. О. Да, Дима, устанавливай Хейла. Андрюх, ну хорош. Зачем ты опять эти вопросы задаешь провокационные? Я не буду стримить ни КС, ни Доту. Спасибо. Так. Что там есть? Что-нибудь интересное еще? В геймпассе. А, тут нет такого. Скоро будет. Ладно. О, ну-ка. А, все понял. А, Андрей, да мне пофиг на просмотры. Я же для себя стримлю, я не для просмотров. Я не могу играть то, что мне неинтересно. Вот в чем прикол. Меня раздражает Дота, я не умею играть в контру. Вот. Мне без разницы, я же не ради просмотров. Если бы я хотел ради просмотров, я бы играл в какой-нибудь
какую-то шляпу конченую. Вот. Я бы в Roblox сидел играл, например. В Roblox играл, в Rust посидел играл, тупил бы. Ну, я ничего не имею. Ну, я, например, не люблю играть в такие игры, но я бы через силу сидел играл, вот если бы я хотел прям, вот чтобы у меня аудитория была. Он на Твиче, я не знаю, у него, короче, этот... какой-то непереносимость Ютуба какая-то произошла. Серега, не переживай, ты этот это не ментальный бан произошел. Мир Майнкрафта. Да я, кстати, если продолжу так образ жизни такой, я, в принципе, квадратным буду, таким же, как и этот челик из Майнкрафта. В смысле, про что я узнал? Про Roblox? Степной ветер. Дару! Чё как? Водила уже был. Всё, водила закончился. Так, смотрим, кто тут у нас. Дашенька 6527. Все, огонь. Все, огонь. После работы решил покатать чуть-чуть в Форзу, но... Ну, Форзу долго не покатаешь. Она, конечно, супер офигенная. А, ну, ты... ну да, опоздал на водилу. Короче, краткий вердикт по Форзе. Если есть Game Pass... устанавливайте, если есть 100 плюс гигов свободного места, ставьте, зачильте, она того стоит. Но по ощущениям, вот я как не водитель, не любитель гонок, я могу отдохнуть с ней час-полтора, все, дальше я уже начинаю уставать от нее. Войс, конечно, заходить, не так, как мы с тобой без войса-то будем. Это что вообще? Я... Там есть группа на двоих, называется Тет-а-Тет. Заходи туда, Даш. Я присоединюсь. Да, Андрей, напугал ты нас, куда-то пропал. Ни с того, ни с сего. Мне пришлось с каким-то Абдреем с Твича общаться. А я нечаянно ДБД, прикинь, не удалил, Дим. Вот серьезно, нечаянно удалил. Мне надо было устанавливать этот Форзу. Надо установить заново. Гена проснулся. Здорово. Да, так, подождите. Даша, я вас загромчу немножко. Даша, скажи что-нибудь. Я пришла на тет-а-тет. Оу, май. Че, как делишки? Потихоньку. Это прекрасно. Что может быть резкого? Так. Потихоньку двигаемся, откашливаем вопросики, кабанчиком мечемся. Ой, на колени за ДБД. Гена, я встану на колени, обещаю. Завтра. На работе. Так, а будешь собачек гладить? О, да. А я даже не знаю, что там за собачки. Там какая-то, знаешь, средняя должна быть. Не супер большая, не маленькая. Но я много разных, кстати, собачек видел. Снимал. Самые жесткие — это корги. Эти Джек Расселы. У меня вообще супер непослушные. Из-за активности? Да, их тяжело снимать.
Так, мы же с тобой можем друг друга пригласить. Ты не в игре еще? Я гружусь. Угу, все, хорошо. А то я думаю, мы тогда с Матвеем что-то долго коннектились. С вашего позволения. Дашенька 6527. Дашенька 6527. Я сейчас водички себе присну в лицо и вернусь. Все в лицо. Дашенька 6527, I see ya. Что с тобой, господи, я еще ничего не сказал, ты уже давишься. Я вот... Да. Так, пригласить. Пригласил. Приглашай, Дашенька. Я... Надо тоже чаю, кстати, да, треснуть. Куда добавить тебя? В Хейла? У тебя же нет Хейла. Так, а куда мне инвайт придет? А я не знаю куда. Давай я к тебе присоединюсь просто. Я сам к тебе присоединюсь. Как? Нет, Андрей, все. Эти законченные посиделки в Дискорде, эти рандомные врывы, больше их не будет, к сожалению, прости. Если хочешь поговорить, поговорим отдельно. Так. Я буду гореть. Я не присоединился к тебе еще? Сетевая игра. А, все, мы с тобой в двух вон сидим, смотри. Че выберем? Супер Фиесту? Так я ничего, я же не собирался Андрея обижать. Ты начинаешь, ты выбираешь. Давай рандом. Давай. Так. ДБД купишь скоро. Вот, Джонатан, ДБД есть тоже в геймпассе, брат. Я говорю, загугли. Блин, ладно, заходи, ничего страшного. Джонатан, пожалуйста, хотя бы на месяц возьми тестовый вариант геймпасса. Если тебе понравится, возьмешь, зайди, наплати, чекни. Вообще никаких проблем. Просто если ты... Смысл, если ты играешь в игры, которые есть в геймпассе, смысл их покупать, блин, я не знаю, в этом... Ну, где-то еще. Врыл в Дискорд, да... Интересно, настройки телефона сохранились или сбиваются у Матвея? Че, настройки? Мне интересно, мне настройки графона сохранились или сбиваются у Матвея? Даже не знаю, Даш. Поэтому я так люблю на консолях играть. Комнату подвал для одного человека там не получится для одного сделать. Подожди, а че я курица тупая? Есть на плойке? Нет. Ты не тупая и не курица. Просто я такая зависла над вопросом, как хорошо играть на консоли. Как бы, да-да-да. Ну... Купить Xbox. Ага. Прости, да. Задонать. Все. Короче, Андрей, подвал для одного человека не получится, потому что если я создаю подвал для одного человека, то там еще второй Джонатан должен быть по любасу. Это вот, ну так да, работает, извини. Куджи, я вот убавляю, я настраивать пытаюсь звук, да. Я чекаю поэтому по...
Я не хотела быть громкой. Не-не, тут просто этот. Я настраиваю, Даш. Как сам Куджи. Даша, кстати, в Айон долгое время играла. Куджи. Это тебе что-нибудь говорит имя Ибрагим? Айонович. Блин, ну прикольно, кстати, давай реально создадим комнату-подвал. Сейчас, подожди. Пока, Даша, ты заходишь же? Даша, ты тут? Ой, я чё? Даша, скажешь, ладно, как зайдешь? Так, голосовые, создать, voice, подвал. Так, создали мы подвал. Ну, Дашенька приглашает нас сыграть в Halo. Грех отказать. Так, точно. Так, лимит пользователя один. Так, и чё эти? Или быстро? Да можно... Давай супер фиесту. Она человая такая, с этим, со сменяющимся оружием. Все, Андрюха. Все круче, Айон. Гена, ты вообще наживаешь себе врагов. Прям очень легко, оказывается. Мы вообще любим пастор Game Pass, кстати. Нет-нет, это для Андрюхи. Джонатан, это для Андрея. Я не знаю, но он попросил, я сделал. Нет, он пытается, тебя не получится ему пытать тебя. А чё, сетевая? А, подожди. Нет, ты начинаешь сетевую. Что не так? Ты не начала еще? Ну, да. А, нет. Бежал. Или он ищет? Долго будет искать. У нас скинчики с тобой одинаковые почти, прикинь? У меня сейчас скинчик. Моя в чем проблема? Да. Опа. Вот что-то у тебя плохо слышно становится, Даш, сейчас. Такой роботозвук идет. Форза Куджи офигенная. Я говорю. На я говорю, Даша пропала. Морально уже. Что-то, короче, походу с Инетом, либо с этим. Либо Хейла забирает, в общем, ресурсы покажные. Они и физику, и вообще все сделали классно, Куджи, там все хорошо. Теперь твоя комната. Ну... Смотрю, мне смешно. Даша, ты тут? Форза? Ну, желательно руль. Это же симуляторная история. А... Да что-то у нас... Серег грузится пока. Грузится Хейла с Дашей. Для полного кайфа я бы, конечно, на руле катанул. Вот Серега может затестить. С рулем Форзу. Даже вы пропали совсем, что-то тест радаров.
Да, Даша совсем пропала с радаров. Ты World of Warcrafter? Просто. А ушки? Лучше? Ну, пока да. Угу. А, кстати, хочешь прикол по поводу сетевой игры на PlayStation и Halo? Ну. Изначальные разработчики Halo, студия Bungie, была в этом году или в том году выкуплена компанией Sony. И теперь Bungie, они Destiny делали. И они делают теперь что-то для Sony, какой-то сетевой шутан. Вот такая вот история. О, Серега, ага. Бусти создал. Тем временем 79%. А что за 79%? Загрузки карты. А, офигеть. Прикольно. Интересно. Вчера с Матвеем все было прекрасно. Что происходит, я не знаю. Блин, я хз, вообще, это может с Xbox так коннектиться шляпно. А он так завис на 79? Ну, походу. Да. А, серьезно, Дим? Так работает? Джонатан, я смотрел. А я не могу в подвал, Андрюха. В подвале ты один, ты же сказал на одного создать. Я и создал на одного. Я как джин тот, да? Ты загадал желание, но не учел всякие нюансы небольшие. Вот. А я все понял. Руслан вообще старенький. Девяносто 7%. А, все хорошо. Так. А где Бусти? Серег, у тебя где Бусти? Ссылочку. Можно там нюцы есть вообще, нет? Мы можем заценить. Зачем я спрашиваю? Собрался заценивать нюцы. Сережа, вперед. Ну он Бусти нас дал, как бы. А что я, просто так буду подписываться, что ли? Да. А, я с Сонликом, наверное, перепутал. На Бусти-то не обязательно. Да, Сережа, для тебя все, что хочешь, делает. Короче, Даша, я не нашел видос по поводу вот этих шуток. Spell it. Ну, типа, Attic. Там есть еще прикол. Там мужика просят чернокожего держаться за кроссовки за своем. То есть нагнулся и проговаривает слово are you, ну, run. И он are you in, are you in, are you in. И потом он понял. Было жестко, конечно. Фризит. Так. Ой, как фризит. Капец. Все, Русланчик. Ничего, ничего. Да я вообще просто потеряна. Жопа. Всё. Я не успеваю ни на что среагировать. Это очень опасная штука! Да тут и противники у нас не сильно-то реагируют. Так что... Сейчас, ребятки, найду кого-нибудь, шлепну. Нормально, меня шлепнули, все тоже хорошо. А, до фильма Бусти. Смотри, вчера хорошо было. Подожди, а ты... Мышка перестала работать. Подожди, ссылку удалил. А, у меня ссылки нельзя вставлять, да, вроде? Блин. Надо зайти к тебе потом подписаться. Даже все жестко дан, да? Есть такое, да. Нет, держу. Мой что, Джонатан? Мы не на Твиче, конечно, но. Так меня до сердечного приступа доведешь.
Лидерство захвачено. Ой. Этот... Ну это жесть, это... Ну что за персонаж? Да хорош. Я что-то не могу. Что у меня с геймпадом? Ничего с геймпадом, нормально все. Самая тупая перестрелка была в моей жизни. Все, Серег, я понял. Жесть. Так, Куджи, что началось вообще? Не понял. Что там случилось? Я упустил момент. Так. Где этот Антонио Фагундис? Антонио Фагундис мне какой-то запулил прям в голову. Мы с ботами, кстати, играли. А не знаю, я бота... Это я с ботом так долго, интересно, перестреливался тогда, или с реальным чуваком? Ой, нет, это пистолет, мне больно. Это оружие сеет смерть. Да я вообще отъехал там как лошар последний. Как-то странно. Другие мне больше понравились. Ну карта, да, это такая. Ой. Кстати, по поводу фильма, я в воскресенье выбрал фильм сегодня, нежданно-негаданно. Пока слушал плейлист свой. А, ну вот, слушай, мой плейлист услышал песни «Сумерки», решил включить там «Сумерки». Нет, «Сумерки» я, как сказать, первую часть с удовольствием бы посмотрел, но я понял, что я хочу, да, хочу вот так вот, чтобы не происходило, чтобы я не проваливался. А, с «Локи». «Локи» надо как-нибудь взглянуть. «Локи», я думаю, можно в субботу ночью посмотреть, попробовать первую серию. А в воскресенье я хочу посмотреть этого «Крадущегося тигра». Нормально, хорошо. Работаем. Будет на памяти Ютуба. Тоже хорошо. Да. Печально, конечно. После Апекса. Когда у тебя хоть какой-то скилл сформировался. Ну, Хейла, она немножко другая. Да вообще другая. Она более размеренная. Я просто привыкла, что в Апексе типа хоп-хоп, шлёп-шлёп, угу. И тебя там... Ладно. Пусть ты карты еще не знаешь. Это всегда напрягает. Это такая. Нет, Гена, мы не будем смотреть порно. Блин. Чего? Намекай даже. Он говорит, не пофиг, что смотреть даже 18+. Нет, 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 чувак. Нет, мы, конечно, обсуждали псковское порно, но чтобы смотреть его, как бы, нет. Мне моя психика дорога. Так, что тут у нас? Ой, а что это было? Когда этот будет? Когда «Крадущийся тигр» будет? В воскресенье. Кто не смотрел «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона»? Это шедевр. После него Энг Ли снял «Горбатую гору». «Бегство Логана» 76 года. Интересно. Какое в жопу порно? Ну, нет, там не в жопу, там просто
Андрей, ты на прям в нужный момент ворвался. Осталось 5 минут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, со спины решил к моим корешкам подлететь. Понял, чувак, у меня есть крыша. Да. Блин. Так, 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 так. Где все? Где все? А где все не наши? Со снайпой, конечно. Сняла такую позицию. А, нет, не туда. Хорошая попытка. Ладно. Но не сегодня. Что мы говорим смерти? Я говорю привет. Хай. Нет, ты должен сказать не сегодня. Да хорош я. Со спины, сука. Че за позорно, здесь вы не видели. Не, Хейла на гейпаде классная. Блин, ну просто что-то я вообще уже... У меня пальцы после Форза не те. Ну. Ты хочешь потом пойти сама спрятаться? Кого? А мне надо этот ДБД надо устанавливать заново. Я ж для Форза, когда место освобождал, нечаянно его удалил. Не специально. Ты дай его ждать, Петя. Я вообще... лошара. Ну, я вообще спать, конечно, хотел бы пойти. Мне надо уже через полчасика, наверное, валить. Вот, потому что я завтра не встану. Угу. Смогу я с Остроги кого-нибудь вальнуть? Да-да-да-да-да, Сань, он именно, он сам играет там, офигенный фильм. Вражеская команда близка к победе. Да, это о, шутка была, Дим, никакого не будет. Нет-нет, а расходимся, вас обманул стример. Ничего такого. А-а-а, не. Руслан, лень. Хорош, ну вот это вот сейчас было, вот чем вам не порно моя игра в Halo? Yes. Да я понял, понял, Ген, понял, понял. Распереживались все, не надо, все нормально будет. Хорош, ну я посоветовал. Ну нет, ну посоветовать это одно, а там же всякие эти предпочтения-то у всех разные. Во все еще про порно? Ну там не, там вообще не утихает. Осталась 1 минута. Так. Да блин, ну почему он именно с спинг-мистом подошел ко мне? Нет, 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 уже нет, прости, мы второй раз я на такую херню не куплюсь, извини. А не, а что с Дашей сыграйте, Дим? Даш, ты, Дима, он хочет запустить ДБДшечку. Просто, да, давай. Просто я реально не этот.
Мне еще скачивать, и мне спать надо. Я согласна, Дим, давай. Дима. Если ты все слышал, просто дай знать, где ты находишься. А, поиграйте пока. Ну тогда мы еще одну успеем. Давайте покажите мою позорную статистику. Ой, а, сегодня Дима до трех ночи. Отлично. Ты опять суперфесту? Да, чё? Как тебе вообще? Или можем, ну, просто какой-нибудь... Просто суперфеста ищется быстрее всего. Вроде как. Мне все равно. Сейчас Форзу я сейчас быстренько удалю. Я ж её там больше не буду. Там меня поимеют, или меня поимеют. Форзу мы пока удалим. Ну, я просто посмотрел, на самом деле. ДБДшечку поставлю сейчас. Dead by Daylight. Где она там? Where are you? Команда The Water, please help me. Что такое, что такое? Там уже началось. Ты не помнишь этот мем? Нет. Ё-моё. Он же древний, сейчас. Давай. Кину. Форза топ. Ген, ты же проспал Форзу, да? Не, Форза офигенная вообще. Ты вторую именно моторспорту, да, проходил? Подожди, моторспорт ты проходил вторую? Следующий сезон Path of Exile, там вроде в 24-м году выходит вторая часть Path of Exile. Не, я точно пас с Path of Exile. Я такое не вывезу, скорее всего. Демон из PS4 у Даши выходит, там Гена говорит. Да нормально все. Какие еще демоны? Сейчас посмотрим. Что, я опять какие-то звуки издавала? Почему демоны? Что случилось? Какие демоны? Что? Или вам игру слышно? Что случилось? Нет, все нормально. Аманда the water. Блин. Help me. Пекс. 3, 2, 1. Погнали. Я как Нагиев в больших гонках. Да, у меня ж они стоят в этом, а. Когда я до них доберусь? Даш, когда я до них доберусь? Слушай, тебя надо спросить. Ты такая занятая колбаса, к тебе на кривой козе не подъедешь. Вообще. Тебе подъезжаешь, до слез, до слез. Завтра весь день я там. Ну, до вечера. Потом надо обработать сразу это все. Но завтра я, наверное, не буду обрабатывать то, что завтра сниму, потому что я буду обрабатывать то, что уже снял. Я нам сказал, что он не понимает ни слова. Он не понимает ни моего слова, что происходит. Нет, ты сказал I'm under the water. Ты не понял, что ли, это фигня? Ну, надо мем скинуть просто. I'm under the water. Надо... Please help me. Тут еще этот... Индийский акцент, наверное. Жестко, жестко, жестко. Я еще какой-то видос видела. А, девчонок спрашивает, типа, девушки, как вы думаете, какой акцент самый сексуальный? Девчонка ответила пакистанский. И следующая вырезка. А, ноти, ноти. Ноти, ноти. Я так люблю это видео.
Ну, ты потянешься к нему сегодня? Нет. Что за фигня? Да, блин. Ребят, смотрите, пожалуйста, не спамьте вот этот момент. Это какое-то было... Реально псковское порево. Но это надо было видеть. Я забыла, какие там фразы вот эти вот коронные. Ой, я вычеркнул это с памяти своей, я не вспомню сейчас при желании даже. Это такие моменты из жизни, лучше вычеркивать. Что с него когда-то начинали? Блин, ну было бы красиво, если бы я не был криворучкой таким. Ну вот, я должен сейчас кого-то пырнуть. Что делать, когда хочешь одновременно 10 игр поиграть? Даже не знаю, как в этом, в приключениях электроника себе надо двойника завести. Единственный вариант. Это вообще большая проблема, кстати, Дим. Или найти себе шугар маме уволиться. Да. А, судя по тому, что ты говорил там на прошлом стриме, тебе вообще труда не составит тебе. Что он говорил на прошлом стриме? Мистер Биг Дик. Да! У меня вьетнамские флешбеки. Какие чаем подавилась. Так что, Дима, ты знаешь. Да, он дофрот сварит. Кира, да. Она, да и сейчас она. Когда она в Mass Effect играла, Ген, был же момент, что же дофига у нее было. Если так посудить. Подряд. Да. Ай. И тут Руслашенька тоже экстерминатор. Кривой. Какая пушка классная. О-о-о. А Гриша любит ассасина, кстати, да. Дим, это мы знаем все. Осторожней, Сири! На это было страшно смотреть. Серийный убийца. Двойное вот так убийство. Вот. Изи. Надо же, казалось, что все. Я вот думаю, а надо мне или не надо мираж пропускать? Да я не знаю. Я не знаю, вот. А, Серега что говорит? Сереже очень нравится. Ну, знаешь, там прям дикий стелс, и я люблю дикий стелс. Ага. И я думаю, что мне зайдет. Не, а мне вот она понравилась по ощущениям. А вот... Блин, нашла коса на камень. Прямо за... Гена говорит, не надо. Гена, прости. Гена, ты говорил про Бальдуру, да? Такие вещи, которые мы не будем повторять сейчас в прямом эфире. Я тебя запомнила, сынок. Дискредитировал ты себя. На. Прицел не нужен. Про Assassin's Creed Mirage. Не, я поиграл, и мне вообще зашло. Я причем не фанат. Она такая. Она ламповее, что ли, кажется, чем вот Вальгала какая-то. Еще одна крыса. Я не смог тебя спасти, даже прости. Ну ты пытался спасти. Да как уж я. Я пытался, да, но. Мог бы лучше. Надо было вытащить сразу свой молот. Ого. Да, да. Не нарывайся на острогу. Да.
Ой-ой-ой, что происходит с ноутом? Что происходит с ноутом? Все. Блин. Что происходит? Зарядка. Да мы рофлим, Ген, ты чё? Это ж вообще... Ты ещё всерьёз воспринимаешь? Так же, как мы твои слова про балдур? Это же вообще похвально, иметь свое мнение. Ассасина нет в геймпассе, только Одиссея и Истоки, что ли, как там, Origins. Ой, все, Даша фиксика. Что такое? Что случилось? Да, зарядка. Угу. Да блин, вы чё, мечники? Осталось 5 минут. А ты вообще прицел уезжаешь или ты в холостую? Кто в холостую? Ну, ты ЛКМ зажимаешь, ой, ПКМ зажимаешь или ты просто так стреляешь? Ну, смотри, какое оружие. Нет, нет, если... Вот сейчас у меня гранатомет был, там, если ПКМ зажимаешь, он меняется, это... на самонаводящийся. Все крысится, я нормально не вижу. А, ничего, касатик. Нашла касатика. И он меня нашел. И мы нашли неплохо. Я тут как крадусь вообще как. Крысинь. О, самая последняя. Жирная такая крыса. Я бы не сказала, что ты жирный. Нет, крыса именно жирная, кстати. Здорово, блин, штука. А ты без зарядки играл уже на ноуте, Даш? Ген спрашивает. Я просто заметила этого. Штекер вывалился. Там не было. Сосна. Вот я так же не добежал. Ну все, мразь. Я тебя нашел. Сердце так и колотится, а ведь у меня его нет. Победа! Хорош. Изи, бризи. Дим, чё, как у тебя там? С этим. Первый твой шаг на ютубчике. А чё, как у тебя, Джонатан, ты закидываешь эти-то ролики киношные? Ты готов, Дим, для ДБД, или мы еще одну сыграем? И я потом уже точно спать пойду. Точность 28%, ну это вообще просто... Где потом посмотреть? А? Стату где посмотреть? А это после катки было. А вот там результаты последнего матча, если в нижнем углу. У меня это X. Еще одну, все окей. Дима, ты подрубать будешь стримчанский? Я. А, вот отлично. Сейчас. Ага, ага, понятно. Ну ладно, неплохо. Для нового игрока. Да ты вообще отлично играешь для нового игрока. А, Дима как раз трансляцию настраивает. Все, я под вашу трансляцию, скорее всего, спать лягусь. С удовольствием превеликим.
блин, как бы хорошо выздоравливать, но так обидно терять этот хрипучий голос, который он был. Мне так нравился. Ну скажи, это же прям было четко. Hell yeah. Я опять в режиме ультразвука пищу. Фиеста! Так. Да. А чё у тебя с каналом случилось, Джонтон? С предыдущим? Чё было? Ты чё-то шутил слишком остро, что ли? В один прекрасный момент. Ой, снайпа. Ля. Угу. Ой, хорош, ой, хорош. Уже классно. Всегда такое. Блин, хорош. Ну ладно, разобрались с ним. Этот матч? Ну... Ну как? Почти. Да нет, скилл уж решает. Нет, это не дэтмач. Здесь фан больше. Здесь потому что это как почти как оружейная гонка. У тебя каждый раз снова, ты с новым оружием резаешься. Первую серию глянул на грани. Джек Блэк, скажи, там вообще тащит. На, один-один, пес. Там еще перевод, Дим, такой есть, какой-то прям жесткий, хардкорный. Собака, я только что видел. Блин, а занаглел, занаглел. Печка. Иду в укрытие. Да хорош, ну почему? Вот кубик в кубе, да, кайф. Я считаю, Джек Блэк прям... Это одна из его лучших ролей в этом сериале. Я отомстил за тебя. Ну ладно, не лично, у меня плохая память. Какое оружие тут? Блин, что-то я никого не могу. Чат Джонтон, прочитаю. Я тоже бегаю, я никого не вижу. Режем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо это было. Можно и отъехать за такое. Ой, а что такое? Я вот сейчас... Нет, я прям... Вот не надо радоваться. Это было очень красиво просто.
сейчас. Ну, он не, ну надо, Джонтон, вот надо, потому что быть очень аккуратным в выражениях. Сейчас такое время. На полпути к победе. Просто ты слишком много труда вкладываешь, чтобы потом это все в унитаз спустилось из-за каких-то слов. My God. Найти не могу. Ладно. Солдат неудачи. Солдат неудачи. Джек Блэк вообще. Скажи, Даш. Солдат неудачи тоже тема. А Роберт Дауни младший же на Оскар номинировался даже вроде за эту роль. Если я не ошибаюсь. Прикинь, Blackface он намутил. Да, сейчас не так правда было в кингале. Эй, прости! Ой-ой-ой-ой. Встряхни их хорошенько, спартанец. Что с оружием? Вернись мне маску точно. Ой, хорош. Осталось 5 минут. Да нет! Какую гранату кидать, напомню, пожалуйста. Ебать, ХЗ. А, да. Угу. Спасибо. А, у меня оружие кончилось. Наша молодец. Пам-пам-пам-пам. Узнал на какую? Нет. Да хорош, чего у меня так? А то аннигилировали-то. Блин, что-то я перепугался. Гриша, удачи тебе. Я все уже... Спасибо, что вы все были с нами. Я уже завершаю. А, роль Тома Круза, да, была такая кайфовая. У тебя 0 градусов ген, блин. Гена страшные вещи говорит. У меня... А сколько в Казани? Я сегодня ходила, было 2 градуса. Я сначала не посмотрела на термометр. Это была моя ужасная ошибка. Я надела коротенькую куртку. О-о-о. Моя жопа замерзла просто. Гриш, как тебе Форза? Как тебе Хейла вкратце? Не хочешь в Хейла как-нибудь попробовать? Так. Пам-пам-пам. У нас 3 градуса, Ген. А я сегодня шапку себе купил. Наконец-то. Вот. Клёвые. В общем,
Дим, ты как с ДБДшечкой? Я, наверное, все. Пойду спатеньки. Под ваш прекрасный стрим. For the кайф, да вообще, гриш, кайф. Южане. Ну, блин. Еще Озика нету, у него там вообще, наверное, лето в Краснодаре. Так. Даша, спасибо тебе большое за компанию. Удачи вам в выживании в ДБДшечке с пастором. Сейчас мы там всех нагнем. Че? Сейчас мы там всех нагнем. О-о-о, я на это посмотрю. Ну и усну, скорее всего. Вот, сразу говорю. Гриш, гонки тоже не мое, но вот часик в нее поиграть. Все, Дима в канале ДБД, а я вас покидаю, дорогие друзья. Ночи. Всех. Люблю. Пока-пока. Даша, счастливо.